Поступление денежных средств по капитальному ремонту на этот год, оно также из федерального бюджета, из местного бюджета и от жителей. Если в прошлом году и предыдущие годы собирались деньги в размере 5% с населения, то в этом году уже 15%. Это вот то, что вынесено постановлением правительства от 5 апреля 2013 года.